которые по Конституции прикреплены к стратегическому управлению России, дополнительные полномочия Путина. Путина к власти! 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 Власти! Ура! Третье, чисто невозможно решить первые две задачи, не запустив процесс чисто от пятой колонки, от всей этой швали, которые коллаборационисты, которые считают нас недоразвитыми, которые управляют нашими всеми процессами в России. Вот те главные направления, которыми мы должны заниматься. И мы объявляем, что национальное освободительное движение в связи с тем, что начинается решающий этап сражения за нашу Родину, переходит к формированию комиссаров. В каждое министерство, каждому чиновнику нужно выдвинуть комиссаров национального освободительного движения. В каждую редакцию, в каждую политическую партию необходимы контролеры за поведением всех этих организаций в процессе восстановления суверенитета Российской Федерации и контрнаступления, которое готовит Владимир Владимирович Путин. Мы найдем людей, мы найдем метод, который позволит нам восстановить свободу нашей Родины и изменить принципы всего нашего государственного устройства на суверенность. А если мы изменим эти принципы, то как раз наши деды и прадеды нам дали такую гигантскую страну, тем, что они боролись за нее, защищали, освобождали, а не просто на халяву. Что эта страна будет самой богатой, самой влиятельной страной в мире свободных наций. Потому что вчера тоже об этом говорил президент. Дайте нам то право, которое должна занимать Россия, исходя ее, я цитирую, исходя ее из геополитических и исторических завоеваний. Мы завоевали наши деды и прадеды, самую крепкую, большую, сильную, богатую в мире страну. Мы должны выгнать пятую колонну и сделать нашу страну богатой не только в истории, но и в сегодняшнем дне. И каждого гражданина России, кстати, тоже. И мы это сделаем. Мы победим, как всегда побеждали в нашей истории. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Ура! Пробудовно. Слышно? Всем хорошо слышно. Задние ряды. Слышно нас? Да. Ручки выделите, нас слышно или нет? Да. Спасибо большое. Действительно, НОТ — это не просто организация. НОТ — это явление. Если ты за свободу страны своей, ты уже в ноде. Носишь ты ленточку георгиевскую или не носишь ее по какой-то причине, ты уже в ноде. Владимир Владимирович Путин так прямо и сказал на послании Федерального собрания. Если ты любишь Россию, ты должен желать ее свободы. Для тех, кто не понял, добавим. Если мы не будем суверенны, мы растворимся, исчезнем в мировой истории. И для тех, кто еще не понял, он добавил. Суверенитет – это необходимость, абсолютно необходимость для России. Я три раза сказал. Для тех, кто это спрашивает, когда же Путин скажет про НОТ? Вот когда он скажет, а? Сколько раз ему еще надо сказать про НОТ? Как вы думаете? А сейчас мы зовем на нашу сцену Черепкова Виктора Ивановича, бывшего мэра Владивостока, председателя Федерального комитета по борьбе с коррупцией высших эшелонов власти. Прошу вас, встречайте! Дорогие друзья, я обращаюсь не только к собравшимся здесь, на этой площади, имени великого победителя, который покорил всех тех, кто притязал на земле России, Александра Суворова. Но я обращаюсь ко всем гражданам России, кто не потерял чувства своей гражданской.
гражданской ответственности за защиту Отечества, ее национальных интересов и национального народа. Я обращаюсь к своим членам партии «Свобода и народовластие», которые объединены в огромную мощную силу, насчитывающую 237 тысяч. Они по всем городам России, но нас значительно всех больше патриотов России. Мы огромная сила. Во все исторические времена те цари, полководцы, национальные герои, которые ставку делали именно на лидерство народа, они побеждали всегда. Сегодня наша опасность – это не там, где мы тонуты. Опасность наша сегодняшняя здесь, в России. И если мы обратимся к истории, как погибла Великая Россия в 17-м, что не та листовка газеты «Искра», которая возилась в деревянных ящиках, чемоданах в двойном дне. Именно пятая колонна, созданная с первой попытки 95-го года, эта пятая колонна изнутри погубила Россию, уничтожила армию, натравила белых на красных, красных на белых и проливалась кровь в российские. А пришли к власти и все свалили на Сталина, а правили совершенно другие национальности. Я с великим уважением отношусь к еврейскому народу. С великим уважением. Там умной нации, высоко организованной. Я не хочу плевать на них. Нам у них надо учиться организовывать, как они в чужих странах. Не еврейский народ, а еврейские олигархи. Они организовали 17-й год, уничтожив Россию. Они организовали Первую, Вторую мировую войну. Они организовали 91-й год. И всегда они захватывали банки, телеграфы, средства массовой информации, заводы и фабрики. И сегодня мы должны поддерживать не просто Путина, поддерживать того, кто падает. Он не падает, он поднялся. Мы должны поддерживать внешнюю политику Путина. И для меня сегодняшний 14-й год – это праздник. Я 20 с лишним лет ждал, когда эти президенты, как колонки в руках Обамы и всех прочих, водили их и разрушали Россию, уничтожали народ, нашу промышленность, армию. Он поднялся. Я ждал этого момента 20 лет. И теперь они понимают, что всякие стрелы, прилетающие на Путина, это те же стрелы, как они свергали на Украине, те же стрелы, как они свергали царя, те же стрелы, как они каждый раз на нашей войне поливают. Они хотят обезглавить, посеять анархию, уничтожить государственность и стабильность и захватить Россию таким же образом уже по второму заходу после 1991 года. Самая главная опасность – это не та, как была в годы Великой Отечественной войны под Москвой и 6 декабря, а они получили первый удар. Тогда они были под Москвой, сегодня они в Москве, и не просто в Москве, а в центробанках, во всех прочих, и принадлежат заводы, фабрики. Мы рабы! Россия 24 года! Находится в состоянии колонии. Нас приватизировали всех. И даже то, что мы зарабатываем на этих разрушенных фабриках, все это идет им. Фактически доллар стоит всего 15 рублей. Мы не можем даже не отпечатать 1 рубль. Такого даже во сне мне, советскому, русскому моряку, офицеру, капитану первого ранга, даже не крутились. Я обращаюсь ко всем военнослужащим. Именно вы, офицерство, первые должны были защитить Отечество. Вы где-то там, сегодня, охраняете эти банки во всяких силовых их структурах. Опомнитесь, идет война. И если мы не хотим повержены окончательно, а их цель, не только тех Майданов,
Майдану-то здесь. Все, вы видите, какие физиономии всех этих немцов, Царство Небесное это Золотворское, которые возглавляли все это. Я говорю, как олицетворение их деятельности. А не именно, и даже ее нет, а дело ее ведет, к сожалению. Наша задача, я обращаюсь к депутату Федорову, координатору национального освободителя. А вот и вы. Огромнейшая сила национального патриота сегодня идет от объединительных усилий. Именно партии, не те бородатые, которые сейчас клепают наше Министерство юстиции, половины эти же самые ребята, которые организовывали в 17 году 15 партий, они возглавляли все. Во всех центральных аппаратах были Родина свободна будет. Сегодня 90% партий тоже сами возглавляют они. Я еще раз говорю, я с уважением, я не представляю. Ну решите, кто из вас. У меня все одинаковые. Но именно масонская система сегодня задавливает Россию. Абаду, Мерку, НАТО, Евросоюз. Трибунал Гаагский, Евросоюз, Евросуд – это все инструменты, и они хотят расправляться только так же с теми, как они расправились с Гаддафи. Я призываю всех вас к объединению, именно в объединении наша сила. Именно в 812 году, когда мы гнали поляков от Китая города, Ленин и Пожарский объединили. Именно тогда, когда в ходе Великой Отечественной войны объединились все наши народы и пошли, мы победили. И сегодня я прошу вот руководство Федорова именно эту великую миссию объединения, а народ готов. Мы действительно будем непобедимы, если мы объединимся. В объединении наша сила! В объединении наша сила! Слава Великой России! Слава Великой России! Слава Великой России! Ура! Замечательное выступление, нечего добавить, но разве если только Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Именно так мы победим!